Друзья, привет! Вы на канале Энциклопедии Игр. Диана. Продолжаем играть в игру One Level 2. А знаете, как я назвала этого человечка? Как? Я его назвала Маша-Медведь. Маша-Медведь. 121, безопасная половина. Короче, мы прощались. Да, надо бежать тут здесь? Нет. Да, смотри. Теперь надо вниз, вниз, беги. Стоп, ждем. Быстрее. Так. Да блин. Что вот здесь, да? Я вот только. Тут. Беги! Как лошадка. Беги, понял? Оу. Беги, как лошадка, папа. Беги, как лошадка, пони. Беги! Стопе, стопе. Ждем. Осторожно. Все. Пройден. Легкий. 122-й, шаг за шагом, ключ за ключом. Шагом, ключ за ключ. Ключ за ключ, рука за рука, нога за нога. А мы бежим, стикмен, беги. Сейчас, наверное, опять 50 ключей надо собрать, ага. Все их там, 20-50 штук. Да. Пока мы их соберем, уже пройдет пол жизни. Я уже стану. И уже мы там 150 раз умрем. На этих шипах. И Диана сейчас станет уже мамой. Диана уже станет мамой. Уже выйдет 100-500 серий. Ага. One Level. Ага. 50-я часть. Блин, давай быстрее. Так, хоп. А мы все играем в 122 уровень. Да. Пройти пытаемся. С ней собрать ключи эти. 123-й, стирай с умом. А-а-а. Так, ждем. Наверное, мы сейчас ключ берем. Где, давай сейчас найдем ключ. Мы стерли все. Так, вот наш ключ. А-а-а. Где у нас вот выход? Так, нам надо стирать с умом. Ой. Ой. Только что стер неправильно. А, нет, все правильно. Нет, все. Давай, брат, посмотрим. Нет, допрыгнешь. Я думаю, допрыгнет. Знаешь, во. Вообще нормально. 124-й, возьми красный ключ. А надпись желтая, поэтому надо желтый. Нет, возьми, говорит, красный. Спасибо большое. Спасибо большое. А зачем эти полицейские нам написали? Возьми. Пора залечь на дно. Лежим. Лежим на дне. Да, лежим на дне. Пора лечь на дно. Быстрее. Так, залежим на дне. Лежим. А почему там написали «лежим на дне»? Ну, что в самый низ. А. Может, стоим на дне? Опс, опс, опс. Все, друзья. 126, здесь явно какой-то шифр. Ага, здесь ключ какой-то. 126, давай. 127, мне кажется. 27? 20. И... Не, подожди, 126. Я думаю, 127. 127. 26. Да. Yes. Я же сказал, возьми шить. Смотри, как ярко горит. Не, поставь вот сюда. Да. Так. Подожди, я знаю, куда поставить. Стой, я вообще ничего не вижу. А я вижу. Я сквозь стены вижу. Я сквозь телефоны вижу. Ну и что, где у нас? А что, он больше не двигается? А все, что? Все, что ли? Слабо проходи, что ли, получается? О. Е, 128, тяжелая артиллерия. Специально так сделали. Да, это очень тяжелая артиллерия. Но мы ее пройдем, поэтому... Так, где ключ? Может, вот тут? Сейчас он вылетит. А, сейчас, то есть, сейчас будет ключ улетать. Ждем. Может, она открывается стоять? Очень сложно сейчас будет. Ну, блин! Ёлый! Давай, говори прямо сейчас. Будет. Сейчас, да! Нет. Блин, мне кажется, мы его не поймаем. Мне тоже так кажется. Это очень сложно. Слушай, а может не надо было ключ брать? Дверь, не знаешь, открыта была? Нет. Закрыта? Да. Слушай, попробуй... Ой,
просто взять и он вон. Ага. Капец, иди там полетай. Да. Я тут думал, 129 самодельный мост. Самодельный, какой самодельный? Может, это надо там делать? Сейчас, подожди, надо, наверное, прыгнуть. Так, начинается. Да, начинается самодельные стены. Самодельный куда стол. Нам? О! Ой. Самодельный. Так, чуть пониже его. А-а-а! Значит, мы, друзья, идем вот так назад. Поэтому вот так. Чуть пониже. Еще чуть пониже. Чуть пониже. Чуть пониже. Чуть пониже. Слушай, а интересно, можно на нем летать, если мы сейчас запрыгнем? Прикольно. Возьми с собой. Не, ну его нафиг. 130 их больше, чем нужно. Да, их очень много. Поэтому надо убрать. Больше, чем нужно? Да, шипу. Смотри, шипу. Раз, раз. Ой. А как ты так сделал? Ну, просто так. Можно я? Сейчас, осторожно. А вот тут ничего не надо убрать. Не, стоп. Ждем, ждем, ждем. Обязательно мы их сотрем. А Диана уже что-то там делает. Друзья, прошли мы 130 уровней. Я тратил 3 за каждым, друзья. Поставьте нам лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на наш канал. Я... Всем пока! Я уже сказала, тратил 3 за каждым, друзья.